Привет всем! Меня зовут Юлия Жукова. И сегодня было некоторое продолжение такой поездки интересной в город Краснодар. По заданию необходимо было найти частный сектор, охраняемая зона или что-то в этом духе, и посетить это необходимо было эту территорию. Знаете, по ряду некоторых причин это некоторое огромное повышение жизненного потенциала, ценности. Дело в том, что для того, чтобы найти эту зону, необходимо было мне ее в самом деле найти. И это было нелегко сделать. И я как бы прозванивала некоторые агентства. И еще, знаете, когда звонишь и вопрос... У вас ваш участок вместе с домом стоит 23 миллиона или есть что-нибудь подороже? Вопрос по телефону мой был таким. И люди уже тогда, риэлторы, простите, что вы имеете в виду? Был вопрос. Когда ты посещаешь его там, и ты смотришь на эти дома, ты смотришь на этот уровень жизни, ты понимаешь, что люди готовы не только такие деньги платить. Это совсем иное, это жизнь разделяется до и после, а ты вообще себя каким-то ничтожеством иногда начинаешь считать, что я в предыдущем видео говорила о потолке, сейчас это тот же самый уровень, те же самые задачи, если есть предложение, есть потребители. То как бы, что еще хочу отметить, что при посещении таких мест окунаешься в иной воздух, в иную жизнь. Я желаю вам не просто окунуться, а жить в таком месте, если вы хотите. Ну, моя жизненная цель – жить в сельской местности, в дачном своем доме, как бы в частном доме. Для меня город это нечто иное, но это иная жизнь, которую можно также выполнить и сделать в сельской местности. Я вам желаю достигнуть всех целей, а для огромного пинка, когда ты стоишь и понимаешь, что людям это ничто достать эти 30 миллионов, положить и начать жить, ты начинаешь просто или опускаться назад в свое болото, в грязь, или достигать всеми способами хотя бы каких-то целей, постройки дома, каких-то денег, еще чего-то. В общем, задание. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч.